Ба-бам, друзья, маме Лене пришла посылка. Это мамин подарок на 8 марта. Только нужно сначала продезинфицировать Аморе. Продезинфицируем, потому что все-таки китайский подарок. Хотя он не с Китая шел, а тут на месте. Я с Амазона заказывала. Но сейчас я быстро продезинфицирую, бо реально страшно. Тихонечко сиди там. Это мамин подарок на 8 марта. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Открываем всей семьей. Бумага. Что это твое, Бумага? Давид, это маме. Малый думает, что это ему. Это маме. Кольцевая лампа, товарищи. Лампа сама китайская, но заказывала я ее на Амазоне. Доставка была у меня за 2 дня. Так что это не с Китая прямо, папа, не бойтесь. Не бойтесь вируса. Это тут на месте у них была. Видимо, потому что, ну, реально логично подумать, с Китая за 2 дня лампа бы не пришла. Когда заказываешь там на этих китайских сайтах, там ждешь, да, Алиэкспресс ждешь 2 месяца. А это... Так это хорошая, так извини меня, я выбрала почти самую дорогую. Тут сумки, все как надо. Даже у меня на работе нет такой сумки. Что тут еще? Сюрприз. Ого, это что такое? Наверное, лампа. Такая сумка, кстати, прикольная. Ого, кстати, большая. Ого. Ого. Реально огромная. Ну, я брала, чтобы видео снимать. Что она тут? Тихонечко, главное, сейчас мы все посмотрим, проверим. Малый такой, о, смотрит в шоке. Что, она вышла оттуда, значит, ее надо... Ну, сейчас, папа, вытащи все, что надо, и потом разберемся. Сейчас, Давид, оставь там, оставь. Это... Огромная оставь, вообще. Мне эта лампа обошлась в 70 евро. Ну, там цена еще и шла от размера, модели, там, как бы, качество. У меня за 70 евро считается очень хорошее качество. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас, зайчик, сейчас. Посмотрим, что у нас тут в комплекте. А, это для видеокамеры. На. Тут розетки. О, кстати, смотрите, такая какая-то американская. Это зарядка, да? Да. А это наша розетка, да. Нормальная, да? И для телефона. Типа все хочет ребенок, все хочет. Так. А тут сам штатив. О, кстати, что мне нравится, что и штатив, и как бы освещение, все вместе, не нужно покупать раздельно. А, кстати, высота 2 метра я брала. Малый, открой, говорит. Давай, папка, давай, соберем. Интересно же. Давай, папуха. Я, короче, обзорчик еще тот. Не знаю, как называются вот эти панели. Ну, видите, тут как бы светлое освещение, потом такое в красноватое. Ну, я это буду использовать. Это нет. Ой, обзорчик, я еще тот. Кстати, очень хорошего качества сам штатив, да, папа? Да. Такие крепления, да, тут хорошие. Такое, ого. Думаю, сейчас цена надо, стоит надо смотреть, того, но я, да? Помню только палка селфи, как типа это стоило где-то 40 евро. Да, да, а это штатив за 70, все вместе. Это нормально, потому что я 1,80 м. А штатив 2-метровый. Да. Классно, классно. Уже не терпится все установить и снять видео. Смотрите, тут есть регулятор, лампа опускается, вообще офигительно. Если нужно показать что-нибудь, когда готовлю. Угу. И тут регулятор, смотрите, можно ниже, выше, вот горизонтально, вертикально. И тут еще такой пульт. Для телефона. Ну, не знаю, буду я его использовать, нет. Посмотрим. Офигенно! А там регулятор должен быть, да. Посмотри, я регулирую. Не, реально, так очень глаза болят, это нереально. Нет, ты должен наоборот стать, чтобы было красиво. Мои морщинки не видно. Не, ну это нереально. Попадай на самый-самый средний.
вообще очень круто, я очень довольна, но огромный круг, я не знаю, говорят, может, надо было меньше. Да, но это очень, папа, свет такой пипец. Вот такой где-то, чтобы снимать. Вот сейчас глаза не болят от такого. А тебе ничего не видно сейчас? Не знаю. Вот смотрите, это минимум, и какой Жорик чистый, красивый, без теней. А если еще, смотри. Я так глаза болят. Болят, да? Просто надо ее держать подальше, понимаешь? Да, да. Но прикольно. Вот я именно для чего взяла эту лампу? Потому что постоянно, когда снимаешь... Тень падает, там нос какой-то кривой. А так классно, один цвет. Папа, может, поставим те панели, попробуем то другой цвет, что будет? Хочешь? Прикольно. Прикольно вообще. Смотрите, как классно. Круто, вот сейчас реально классно снимать. Кстати, глаза вот на таком минимуме не болит. А ну, Жорик, чуть-чуть свет попробуй. Так, Мэй, если ты дальше будешь работать, надо ее чуть-чуть подальше, понимаешь, чтобы вот и так, типа. Свет добавь, да? И добавишь свет. Она сделана вот, видишь? Нет, ну так глаза болят, конечно, на самой мощности. Ну, да, если на ну, самой да, мощности. Да, если себя не снимать, а просто что-то там в сторонке где-то далеко туда. И теней нету, да, папа? Классно вот, да? Лицо чистое. Вот если вот так, и теперь со светом. Вот, без этой лампы. Даже усики, мама, тебя не видно. Ой, папа, не могу. Короче, я довольная. Такой у меня подарок на 8 марта. Такой обзор от Мадавалочки. Всех целую. Всем пока. Сейчас выйду в прямой эфир. Посмотрим, заметят все разницу или нет.